Здравствуйте, уважаемые нумизматы. Мы сейчас поедем на нашу достаточно непростую по местоположению точку. Мы находимся недалеко от станции МЦК Хорошова. Сейчас мы ехали на 20-м троллейбусе и доехали по проспекту Жукова до улицы генерала Карбышева. Вот здесь находится первая привязка наша, это Сбербанк напротив улицы генерала Карбышева. А нам нужно добраться на точку продажи монет, которая находится на улице Саляма Адиля. Для этого мы должны перейти дорогу, что мы сейчас с вами и сделаем. Вот, мы подошли к вам с вами Сбербанку, теперь мы идем дальше вдоль проспекта Жукова, и надо нам дойти до подземного перехода. Далее мы пойдем на другую сторону дороги, чтобы выйти к улице Саляма Адиля. Мы с вами перешли на другую сторону проспекта Жукова, и вот у нас улица Саляма Адиля. Вот, и мы сейчас пойдем вдоль нее и посмотрим наш киоск. Наш киоск там, да. Киоск продажи монет. Уважаемые нумизматы, мы шли с вами долго и нудно от улицы Жукова, проспекта Жукова. Примерно 5-7 минут мы шли по улице Саляма Адиля. Пришли вот к этой точке продажи монет. Как вы видите, пока стенда с монетами нет. И сейчас наш специалист будет его устанавливать. Это наша новая точка продажи монет. Вот здесь рядом расположен гастрономчик небольшой с аптекой. И плюс еще автобусная остановка. Улица Саляма Адиля, дом 1. МЦК Хорошова. Также можно доехать от станции метро Полежаевская по улице Жукова до остановки генерала Карбышева. Дальше перейти на другую сторону и, соответственно, пройти по улице Саляма Адиля. Сейчас скоро будет произведен процесс остановки, еще встретимся с вами. Возвращаясь к вам, уважаемые слушатели, вот наш специалист компании «Русская монета» уже подвесил первую часть стенда компании «Русская монета». Напоминаю, мы находимся на улице Саляма Адиля, куда мы приехали на 20-м троллейбусе от станции метро Полежаевская и МЦК Хорошова. Вот он повесил одну половинку, сейчас продолжает вешать стенд. Стенд у нас состоит из двух частей, это советские юбилейные и современные монеты. Вот, ассортимент уже опробованный и очень нравится нашим покупателям. Здесь сберкнижка, юбилейные монеты СССР и ходячка СССР. Проблема в том, что мы не можем ставить современные монеты, заключается в том, что нам запретили, Мосгорпечать вообще запретила продажу монет, которые не относятся к советскому периоду, а именно современные монеты. Нельзя продавать монеты из обращения. Мы вынуждены были ставить исключительно советские монеты. Тут я поговорил с киоскерами, они сказали, что лучше всего доехать до этой точки на 48-м автобусе, поэтому мы неправильно доехали, надо было просто ехать на 48-м автобусе до вот этой остановочки, которая называется улица Силикатный завод, рядом находится гастроном. И вот если вы доедете на 48-м автобусе от метро Полежаевска до Силикатного завода, остановки Силикатный завод, то вы ощутитесь правильно прямо рядом с киоском прессы, в котором мы сейчас находимся. Мы ставим с вами точку на улице Саляма Адиля, дом 1. Ну вот уже практически закончена установка нашей точки, где стенд состоит из двух частей. На первой части у нас расположены крупные монеты, юбилейные монеты СССР, пятачки и крупные номиналы, а также сберкнижка. На втором стенде у нас расположены маленькие номиналы, 20 копеек, 15, 10, копеечка, двушечка и так далее. Они находятся на двери. Приходите, смотрите,
точка находится немножко в глубине, то есть такой район спальный, улица Саляма Адиля, дом 1, но тем не менее вам никто не будет мешать, можно в спокойной обстановке рассмотреть здесь стенд, приобрести какие-то монеты и совершить приятную для нумизмата покупку. Ну, собственно, всего хорошего. Приезжайте на улицу Саляма Адиля, дом 1, метро Полежаевская, и покупайте наши монеты. Вот она, эта улица Саляма Адиля, дом 1. А вот, собственно, наш стенд. Ждем вас. Всего хорошего. С вами был Дмитрий из компании «Русская монета».